Засек? Засек. Агрокомплекс. Мне кажется, это очень актуальная тема, потому что в нашей стране в связи с экономической ситуацией агрокомплексы будут необходимы просто для граждан, для сельскохозяйственной деятельности. Представляете, сколько агрокомплексов можно было бы построить и насколько бы это подняло бы наше состояние России? Это же все, это независимость, абсолютно никакой зависимости. Все обеспечены фруктами, овощами, зеленью, все свое. Никакого Китая, никакой Азии, все свое родное. Зачем нам тогда заниматься чем-то другим, кроме агрокомплексов? Мне кажется, именно агрокомплексы смогут нас вывести из этой неловкой ситуации, которая на данный момент сложилась в России. Но думаю, каждый должен посодействовать в агрокомплексах. Если бы мы задействовали детей, например, и они бы копали каждый день, это бы очень бы повысило, ну вот, строительство агрокомплексов. Мне кажется, родители тоже должны этому посодействовать, потому что детей...